Зрители, подписчики нашего канала. Меня зовут Шогин Евгений, и это цикл передач «Обзор печей и каминов» от компании «Печи Шогин». И сегодня делаем обзор на чугунную печь для загородного дома «Мерлин» от компании «Евроком». Вот она. Компания «Евроком» – известный европейский печной завод, расположен в Польше, в Кракове. Евроком – это Польша, Польша – это Евроком. Классические чугунные печи с двойными стенками, чугунным дефлектором и интересным дизайном. Печи и камины производства этого завода уже давно продаются в Москве и в Санкт-Петербурге, а также во всех регионах России, особенно северных. Итак, печь «Мерлин». Классическая чугунная печь обладает средней мощностью 11 кВт. Весь корпус и каждая деталь выполнена из чугуна. Вес печи камина «Мерлин» 130 кг. С фронтальной стороны расположена дверца со светопрозрачным жаростойким стеклом и удобной ручкой для запирания. Стекло есть и на боковых эркерных сторонах печки. Благодаря этому у печи большой обзор огня. В печи предусмотрена специальная опция «Чистое стекло». На стекло с внутренней стороны топочной камеры подается воздух, который образует воздушную подушку и не дает копоти загрязнять стекло изнутри. Регулятор подачи воздуха на стекло находится снаружи, над дверцей. На нижней части дверцы находятся регуляторы подачи воздуха на горение. В открытом положении воздух в большом количестве проходит в топку. Дрова разогреваются и разгораются быстрее, и пламя становится интенсивным. Закручивая регуляторы, перекрывая воздух, вы переводите в печь «Мерлин» в режим тления. Таким образом, можно долгое время поддерживать тепло в доме. Внутри печь камин «Мерлин» вся выполнена из чугуна. На нижней стенке расположен чугунный колосник. Вращающаяся тяга для регулировки этого колосника выведена на фронтальную часть печки. Боковые стенки, так же как и задняя стенка, защищены вторым слоем чугуна. Сверху топочной камеры расположен чугунный отбойник, который препятствует попаданию напрямую огня в дымоход. Спереди расположен ограничитель дров, чтобы они не скатывались и не сваливались на стекло дверцы, чтобы потом его не запачкали. Внизу под колосниковой решеткой расположен зольный ящик, в который осыпается зола после горения. Его можно легко вытащить и выкинуть. Верхняя крышка печи камина «Мерлин» не является варочной, но на ней можно разогреть, можно даже что-то приготовить. Подключение печи камина «Мерлин» к дымоходу верхнее, но можно его подключить на заднее. Диаметр патрубка 170 мм. Печь камин «Мерлин» – это идеальный вариант для отопления загородного дома площадью более 110 квадратных метров. Гарантия на печь-камин 3 года. С вами был Евгений Шогин. Это все. До новых встреч.